Эти дозорные никогда не знают, когда пора сдаваться. А мне казалось, мы преподали им хороший урок для них. Я не скажу тебе ни слова, вампир. Моя клятва Стендару сильнее, чем любые страдания, которые ты заставишь меня вынести. Беда сама приходит ко мне, а башка. Надо было бежать. Кровь потому... подогреется будет. Дай!
А где те, кто тебя послал? Ожидала кого-то, кто такой, как я. А разве с первого взгляда не видно? Вампир. Это довольно сложно. И я не совсем уверена, что могу тебе доверять. Но если ты хочешь узнать всю историю, помоги мне добраться до дома, туда, где живет моя семья. Моя семья жила на острове к западу от Солитюда. Интересно, там ли они еще? Кстати, меня зовут Сирана. Приятно познакомиться. Начала волноваться. Кто там? Как хорошо снова дышать. Даже в такую погоду тут лучше.
ты еще откуда? Ну, стой! За твою голову назначена изрядная награда в Хаафингаре. Заплати мне, и я очищу твое имя. Во имя Исмира ты не уйдешь живьем! Ну вот, теперь на север. Мы обычно держали тут лодку, чтобы добираться туда. Вот, пока мы не вошли. Я просто хотела поблагодарить тебя. Но я знаю твои. Теперь, когда мы внутри, давай не поднимать шума. Я пойду вперед. Я слежу за воротами. Что тут еще скажешь? Да как ты смеешь входить сюда? Постой, Сирана? Это и вправду ты? Глазам своим не верю. Мой лорд, друзья, Сирана вернулась. Похоже, меня ждали. Поверить не могу. Моя давно пропавшая дочь наконец вернулась. Надеюсь, мой древний свиток у тебя. И после стольких лет это первое, о чем ты спрашиваешь? Да, свиток у меня. Конечно же, я счастлив видеть тебя, дочь моя. Неужели обязательно произносить это вслух? Ах, если бы только твоя предательница-мать была здесь. Я бы заставил ее посмотреть на это воссоединение. Прежде чем встеть ее голову на пику. А теперь скажи мне, кого это ты привела в наш зал? Это мой спаситель, которому я обязана свободой. Прими мою благодарность за возвращение моей дочери. Скажи мне, как твое имя? Я Харкон, здешний лорд. Моя дочь уже сказала тебе, кто мы такие. Не просто вампиры. Древнейшие и сильнейшие в Скайриме.
Сотни лет мы жили здесь вдали от тягот этого мира. Именно это я и собирался предложить. Да, ты есть лишь один дар. Я предлагаю тебе мою кровь. Тогда ты станешь добычей, как и все смертные. Я пощажу твою жизнь на этот раз. Но буду вынужден изгнать тебя отсюда. Может быть, ты нуждаешься в убеждении? Узри мою силу! Сила, которую я предлагаю. А теперь делай свой выбор. Да будет так. Ты наша добыча, как и все смертные. Я тебя изгоняю! Смотри, надо было мне сразу понять, что рано или поздно они нас найдут. Такова плата за широкое привлечение новых рекрутов. Придется усилить оборону. Полагаю, у тебя не самые лучшие новости. Конечно, с чего бы иначе? Выкладывай, что тебе известно. Женщину? Запертую? Что за чушь? Кто она такая? И главное, где она? Хотелось бы услышать, что все это значит. Что у них есть? Им не удалось ничего сделать? Не удалось добыть свиток? Полагаю, тебе повезло остаться в живых и не стать одним из них. Клянусь всеми богами, хуже стать уже не может. Это нам с тобой не по зубам. Несомненно, я стар, но еще не выжил из ума. Нам просто потребуется помощь. Если им хватило смелости напасть на нас здесь, все может быть хуже, чем я думал. Здесь достойные люди, но... Есть кое-кто, с кем я давно знаком и вместе работал. Нам потребуются их таланты и умения, если мы хотим выжить. Если ты сможешь их найти, у нас появится шанс.
Сразу к делу, да. Это мне нравится. Не то, что эти клубцы из Ордена. Нужно ограничить численность. Слишком большая группа привлечет нежелательное внимание. Думаю, нам нужна Сарин Журар. Бретонка, необычайно умна и искусна в механике. Обожает все двемерское, в частности, оружие. Последнее, что я слышал, она была где-то в пределе. И вроде как она была в шаге от открытия каких-то гигантских двемерских руин. Возможно, придется ее уговаривать, но она нам нужна. Заодно поищи Гуммара. Здоровый такой Норд. Вампиров ненавидит не меньше, чем я. Давно еще вбил себе в голову, что опыт в обращении со зверями ему пригодится. Как говорят, лихо управляется с троллями. Последнее, что я слышал, он бродит по Скайриму и пытается приручать новых зверей. Приведи сюда обоих, и можно начинать разработку плана. Смотри в оба.